Всем привет, с вами Челси, и сегодня у нас обзор на новую игрушку из Макдональдса. Это у нас опять-таки серии пингвины. У меня был первый пингвин вот такой вот, это шкипер в колесе. Он там, колесо сейчас показывать не буду, но вообще он заводной. На него уже был обзор, причем он был в самом Макдаке. То есть я обзор делала, когда я была в Макдональдсе. Вот. И у нас теперь вот такой вот ковальский ракетчик. Давайте начнем с того, что я вам покажу коллекцию кратко. И коробочку. Вот коллекция. Это к нему была бумажка. Вот. И инструкция там. И коробочка. Коробочка, конечно, уже показывала. Но здесь вот начинаем новую миссию с каждой игрушкой. Вот. 8 игрушек, 8 заданий, 8 наград. Сами можете посмотреть. Здесь такой вот лабиринт, где надо найти всех пингвинов. Если что, когда откроешь, там все будет понятно. Здесь он проводится и тут заканчивается. Но когда открываешь, тоже все будет понятно. Здесь такой вот код миссии. Здесь не золотая карточка, здесь вот такой вот кружочек. Молодец, нашел всех пингвинов, сюда приводит лабиринт, как бы. Вот. И вот эти вот макдональдсовские коробочки в виде пингвинов Мадагаскара. И станет суперменком с пингвинами Мадагаскара. Ну, тут написано. То есть суперагентом. Вот. Дальше хочу показать вам ковальский ракетчик. Вообще, там на пакетике написано, что это ковальский ракетчик. Еще вот здесь вот на коробке указаны имена всей коллекции. Также здесь описана вся коллекция. Он больше, чем мой первый пингвин. Хотя я думала, что вот это вот вообще большой. И это вообще вот. Пальчик вверх, это вообще вот, а вот это вот вообще вот. Вот. То есть два пальчика вверх, потому что он огромный вообще. Таких игрушек, ну, знаешь, никогда не было таких больших игрушек. Ну, и знаете, у меня была только игрушка вот такого вот размера. Сейчас я покажу вам одну из самых больших моих игрушек, какого они размера. Ну, давайте возьмем Зои Тренд из этого Пэтшоп. Вот. Та-дам. Да. Это и это. Я не думала, что она больше. Ну, все-таки, мне показалось, это огромная игрушка. Огромная. Потому что здесь слишком много аксессуаров. Ну, сейчас не будет. А вот это вообще огромная. Ну, Зои Тренд не самая большая игрушка в моей коллекции, вообще-то. Я сейчас не буду сейчас искать самую большую, Да, вот я сейчас покажу вам самую большую. Вот, это самый большой. Ням. Даже не вылезает кадр. А вот это мега. По росту объем достаточно большой для некоторых фигурок, сомнительно. Кстати, если что, он звенит, потому что у меня тут золотая флешка. Ну, я не знаю, если хотите, сделаю обзор. Если как-то там кого-то особо заинтересовало, просто в классе многие ей интересуются. Вот он огромный, я еще такой большой. Здесь у него вот такие вот лапки прорисованы птичьи. В отличие от этого, у него они реально прорисованы, здесь просто. Здесь у него, наверное, все-таки наушники, как мне кажется, желтые. Вот, он так вот держит в руке такой вот автомат, ну, ракеты какие-то. И тут есть кнопочка. Если на эту кнопочку нажимаешь, он выстреливает этой ракетой. Правда, по моему мнению, он слишком слабо ей выстреливает. Наверное, просто, может быть, надо очень сильно нажимать, тогда он сильнее выстреливает. Вообще, вот такой вот автомат красивый. Вот это вот легко сюда засовывается ракета и щелчка. Он такой большой. Черный, получается, сейчас я скажу, это черно-белый пингвин с рыжим носом и лапками. Кстати, это я прочитала от вот сюда. Здесь у нас все написано. Вот. Ну, это у нас был выпуск обзора игрушек, если кто не понял. Потому что это больше похоже. И всем пока. С вами был канал Челси Браун. Пока.